Ну, во-первых, наша ассоциация объединяет девелоперские компании, страховые, юридические, строительные, производители ветротурбин, то есть все, кто задействован на рынке ветроэнергетики. Мы стараемся не распространяться на исследователей, изобретателей, это уже другая сфера деятельности. В связи с этим деятельность нашей ассоциации направлена для того, чтобы проекты в Украине максимально быстро продвигались и минимально ощущали барьеры. За последнее время нами было подготовлено ряд документов, в частности, этапы проектирования ветростанции в Украине. Документ был согласован с Государственным комитетом по энергоэффективности и сегодня является неким руководством для девелоперов как национальных, так и западных. Этот документ тесно связан с действующим законодательством в Украине, и если какой-то этап в рамках этого документа вы не выполните, у вас могут возникнуть проблемы при получении разрешения на строительство, при прохождении государственной экспертизы. Мы привели в порядок все стандарты по ветроэнергетике, которые вообще со времен Союза были выпущены в области ветроэнергетики. И сегодня наши члены ассоциации и наши партнеры, коллеги имеют доступ к тому, какие действительно нужны стандарты с теми проблемами, с которыми они сталкиваются при реализации проектов. Для них сегодня эта информация открыта. Ежегодно, а сегодня, в последнее время, за последний год мы стали раз в полгода делать анкетирование всех ветроэлектростанций в Украине. Мы статистику выдаем Государственному комитету по энергоэффективности в рамках подписанного меморандума. И таким образом мы тоже привели как бы в порядок рынок. Был хаос, никто не понимал, сколько у нас ветростанций, какие у нас ветротурбины работают. Сегодня эта информация доступна для всех, и она используется не только в национальных отчетах. Мы последние 10 лет поставляем всю статистику развития ветроэнергетики в такие ассоциации, как Всемирная ветроэнергетическая ассоциация, Европейская, Глобальный ветроэнергетический совет, и все основные источники, которые публикуют информацию Украины, исходят именно от нашей ассоциации. Ну, я оцениваю РЭФ как одно из главных мероприятий в Украине, которое охватывает комплекс компаний, комплекс вопросов, связанных вообще с развитием возобновляемой энергетики. И я просто ценю и уважаю очень организаторов, потому что они идут на этот риск, несмотря на огромное количество технических и политических барьеров, с которыми сегодня сталкиваются и в ветроэнергетике, и в солнечной энергетике. Приведу вам короткий пример. Существует принятый закон о зеленом тарифе, который действует с 2009 года. И при этом есть обновленный вариант энергетической стратегии, которая фактически сегодня останавливает развитие возобновляемой энергетики. Есть огромные проблемы с подключением к энергосети уже разработанных проектов как ветра, так и солнца, которые получили разрешение на строительство. Я расцениваю это как политическое давление, интерес отдельных монополий, которые хотят сегодня под себя взять весь этот рынок, и тем самым они рубят на корню ряд проектов, которые сегодня подготовлены на достаточно высоком уровне и могли ветростанции уже работать и генерировать сеть в электроэнергию. Такой факт присутствует.